Вот он, спалили. Ну-ка, заправь-ка мне 10 литров, блядь, сынок. Давай, всё. Давай 20. Давай. Вот они, смотрите, ёпта. Наконец-то, братья, приехали. Вот он основной, да. Смотрите, как он оделся, вообще, блядь, молодец. По-зимнему, блядь. Аля, братве, скажи тут пару слов, промычи, ёпта, давай. Всем привет, пацаны. О, красава. Едем. Бля, парни, это пиздец, короче. Смотрите, до чего человек довел Yamaha. Шлем покажи нам. Шлем зажавел, блядь. Ебать. Это пиздец. Ты где хранил-то? Ебать. Зато никто не спит. Смотрите, где ЦФ, а где Yamaha с бирпим, блин, а? Так вот, бля. Победа, бля, будет за нами. Бля, парни, на самом деле тяжеловато. Вот смотрите, где ЦФ и бирпи. А где у нас Yamaha? Легкая что-то там буксует. Все. Нас не победить. Фу, я весь мокрый на самом деле. Проваливаемся, блин. Короче, по полю охрененно там снег подтаял, а здесь, блядь, короче, пушок. Проваливаемся. Тяжеловато идет. Смотрите, ребята, у Родяна самое дорогое есть на квадре, это ручки. Посмотрите, какие они охренительные. Special Edition. Брэмбо. Он еще до подорожания успел их купить, походу. Отходить, сейчас я, уже их не купить. Просто. Я, так я что, участвую. Когда Родька будет продавать этот квадрик, вставайте в очередь. Уже сейчас бронируйте за ручку. У меня даже перестало есть почему-то антифриз, ёпты. Прикинь. Голова выпрямилась. Он, короче, испугался. Короче, бомба. Бомба. Бомба без какой-то буквы, блядь. Бомбардир. Класс тут. Такая вот хрень, короче. Вроде идем, потом хлоп. И попим гал здесь. Поперек. Все, пои. Я снимаю. Давай я. А, давай, Толян. У нас Толян вообще. Толян, где? Коль, вот сюда выходи.